Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередное продолжение серии роликов Need for Speed Heat. И мы уже купили вот такую вот Acura NSX 17 года. И сегодня мы поедем покупать новую тачку и, соответственно, ее тоже затюнем. То, что мы должны были, кто вчера был на стриме, те знают, то, что мы должны были сделать вчера, но мы выбрали все-таки вот эту машинку. Красивая все-таки она, не знаю, по ускорению, по показателям. Вообще красотень. Ну, мы сейчас с вами поедем за новой тачкой. Попробуем ее затюнить тоже по красоте, сделать тоже такую же красотку. Привет. Возможно, получше. Ну, как дела? Так себе. Дела? Дела отлично. Да. Не хватает тачки, да? Просто ужасно. Уже подумываю угнать детский карточек моего соседа. Он розовый. Красивая погодка. Как быстро он может ехать? С горки очень быстро. Слушай, деньги есть. Я мог бы... Поехали за следующей точилой. Ну нет, конечно, мы не эту тачку будем брать. Мы с вами сегодня возьмем обычную М-ку и М4-ю, а М5-ю и затюним ее по максималочке. Ну а потом, конечно же, М2-я тоже довольно-таки неплохой вариант. Нам надо что-то повеселей, поинтересней. Вот это я не знаю, что это за тема, но тоже мощная тачка. Так, где там наша имбушка? Может, Ниссанчик надо было взять лучше? Так, вот она, 110 штук. Чик, бум. Вот так вот теперь она выглядит. Довольно-таки неплохо. А звучание это какое? Сейчас как нам все проверим. Ну, тоже довольно-таки неплохо, учитывая, что он у нас не затюнена. Что мы сюда вылетим? Так бы кататься в реальные на М-ке, да? Чтобы с ней осталось. Так, ладненько. Поехали, сделаем с нее красотку. Говорят, мне не особо нравится. Тут смотрится реально поярче она. Такс, ну что? Ну и тачка, а то 130к у нас осталось. Было сколько? 240. Поехали. Поехали, сделаем с ней что-то интересное. Родные M Performance. Даже не знаю, что лучше вешать. Родной эмочный обвес или все-таки карбонку ставить? Speed Hunters, давайте ее закинем, сделаем красоту, посмотрим, что у нас тут получится. Интересно, сколько весь общий тюнинг нам обойдется.
есть, стекла есть, крышу мы делать не можем, опять же. Так, крышечка капота. Ну, маловато, блин, я думал, все-таки нам будет побольше каких-то интересных обвесов. Решетка. С решеткой вообще радиатор и печалька. Да, маловато, маловато все-таки. Так, МК. Такое. Все-таки ожидал больше какой-то канители. Так, дефлекторы. Только такие. Понятно. Других вариантов у нас, к сожалению, нет. Так, с этим решили. Поехали в задницу. Поехали смотреть на задницу. Звуковая система. Понятно. Спойлер пока не трогаем. Номерной знак. Задние бампера. Ну так хоть и то, честно скажу. Что-то не внушает она так, как Акура. Акура все-таки получше смотрелась. Так, выхлопная труба. Две таких сделать. Не знаю, что-то не прикалываю. Антарс. Сделаем прямой. Такс, еще спойлер. Так, это что у нас, звуковая система? Мы поставили спойлер. Тут нету смысла что-то такое прям мега-мега большое выдумывать. Все-таки ожидал я, что будет более разнообразие и возможность настройки. Окей, сейчас мы настроим дальше. Такс, давайте сразу же эффекты, цвет нитро. Возьмем зеленый. Цвет дыма не будем ставить, не его. Синий. Ставим красненький. Так, несколько. Нифига себе, 15 косарей. Вы чё? Нет. Кап. Ну тоже купим, пусть будет. Так. Посадка. Посадим ее чем пониже.
выхлопа. Будем делать слишком агрессивно. Вот такое что-то. Так, самое интересное. Посмотрим, что у нас в библиотеке есть. Да как красиво оно смотрится, конечно, в таком варианте. Сверкает. Да, мне кажется, она в любом варианте будет смотреться нереально круто. Просто обычную. По полиции делали. Красная. Тоже красивый вариант. Булкин. Так. Свои поставим. Спектр попробуем. Ну не знаю, мне такой вариант нравится, глянец. Конечно, черный карбон. Атлас, матовая. Хотя и матовая, она тоже смотрится очень круто. Так, окей. Может, матовую оставить? Нет, что-то матовая не особо прикалывает. Да, не слишком. Блин, ну как он классно смотрится, не знаю. Глянец красиво смотрится. Пусть будет такой вариант. Так, наклейки. Справа. Давайте попробуем что-то интересное придумать. Тут же ж можно вроде и писать.
Сколько флагов? Я? Не. Заверните. Надпись. А, не дает на английском. Сейчас попробуем отмена. Сколько здесь всего? Повернуть масштаб справа, точно изменить цвет. Даже практически не видно. Гаси, у нас перелив. Так, добавить наклейку. Блин, что-то не вижу я английского, а, к сожалению. Войти. Давайте попробуем принять. Модель У. У непонятно какое. Так, а ну-ка изменить. Нужно первую вот,
поменять. Блин, а как поменять? Бред. Так, значит, это удаляем. А, это делаем. Блин, столько здесь всего, всякой срани, честно говоря. Блин, в принципе, даже белые сделать. Прозрачно сделаем. Так. Теперь надо сделать ее больше. Пока пусть будет так. Так, окей, с этим разобрались, надо еще на другую сторону. Так, окей, поехали посмотрим. Поехали посмотрим, как она смотрится, сохранить изменения, вроде все такое не строим. А, мы номерной знак не сделали. Ну, сделаем уже в следующий раз. В общем, ребят, игруха реально затащила. Веселая игра. Куча всего. Какая красота. А выхлоп как орёт. В общем, вот такие вот дела, ребят. Ну, это чилка у нас. Будем ее тюнить вечером. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.